Центральная библиотека города Видное любит радовать своих читателей разными мастер-классами, необычными выставками и, конечно, встречами с интересными людьми. Так в этот раз первоклассники художественного и технического лицея смогли лично познакомиться с писателем-сказочником Валентином Постниковым. С Валентином Юрьевичем Постниковым нас связывает очень давняя дружба. У нас в библиотеке есть книги не только вот его авторства, но и с его автографами. Свой творческий путь Валентин Постников начал еще в раннем детстве, когда вместе с своим папой, известным писателем Юрием Дружковым, сочинял сказки. Вырос он в окружении популярных детских писателей, таких как Эдуард Успенский, Валерий Шульжик, Григорий Остер, Виктор Драгунский. А свою первую книгу «Новые приключения карандаша и самоделкина» Валентин Постников выпустил в 1996 году. Книжка – это удовольствие, развлечение, но мои сказки познавательные. Я так вот для себя решил, что я писатель, который пишет познавательные сказки. То есть ребенок читает и что-то интересное узнает для себя. Уже с самого начала встречи писатель поразил всех чувством юмора и благодаря игровой форме беседы заинтересовал детей своим творчеством. Валентин Постников прочитал им отрывки из своих произведений и рассказал забавные истории из детства. И снова дзынь. Я снова к двери подхожу. Кто там? Это случайно не грабитель? А он молчит. Думаю, раз молчит, значит точно грабитель. Ребята много смеялись, участвовали в интересных инсценировках писателя и дружно читали его стихотворения. У меня шатался суп, так что ел я только суп. Но теперь уже у меня нету шуба, у меня. Но будет смеяться сам зуба. Главное для Валентина Постникова, признался он, научить детей любить читать. И как показывает опыт, у него это хорошо получается. Мне понравилось, как он рассказывал про книжки. И мне просто эти книжки понравились. Они детские, они хорошие. Здесь есть добро, есть страшилки. В завершении творческой встречи все желающие смогли задать писателю интересующие вопросы, получить автограф, приобрести его сказочные книги и, конечно, сделать совместный памятный снимок. Анастасия Воронина, Валерия Раце, Елена Кошлева, Видное ТВ.